В Перхушковском подразделении Одинцовской областной больницы прошла встреча депутатов с трудовым коллективом. Медицинские работники смогли задать свои вопросы парламентариям. Люди задают абсолютно разные вопросы, которые их волнуют. А для нас это важно. Поэтому, конечно, хочется идти в помощь и своими силами им также помочь, своими знаниями, своими возможностями, чтобы некоторые вопросы все-таки сдвинулись. Потому что они работают на местах, особенно наши врачи, низкий поклон. И, конечно, хотелось бы, чтобы многие вопросы их были решены. Медики делились наболевшим. В больнице для них главные пациенты, но дома семья, дети, бытовые проблемы. Одна из самых острых – очередь в дошкольное учреждение. У меня сейчас стоит вопрос, что я буду вынуждена или увольняться, или уходить на полставки, потому что с ребенком надо кому-то сидеть. В очереди стоят в электронном. Да, с двухмесячного возраста. Весной мы были третьи в три садика. Парламентарии еще раз поблагодарили медперсонал больницы за их труд и пообещали все вопросы взять под личный контроль. Все эти вопросы с обратной связью мы все записываем. И обратно мы каждому ответим, значит, как будет решаться этот вопрос, или как он понимается, и насколько он может включиться в ближайшие планы. Есть, конечно, и те, которые мы учитываем, перспективы развития, в частности, нашего муниципалитета, дороги, детские сады, школы, парки, значит, скверы, благоустройство, значит, пруды, все, леса, значит, экология, все. И, естественно, самая удобная и правильная форма – это как раз услышать всех. Вот. И исходя из приоритетов, массовости этих заявок, значит, и объемов, собрать и ответить людям, когда мы это сделаем. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».